США назвали сроки отправки астронавтов на Луну. Американские астронавты начнут работать на орбите Луны до конца 2024 года, заявил вице-президент США. Вице-президент США Майк Пенс пообещал отправить американский экипаж на орбиту Луны до 2024 года, сообщает Fox News. По его словам, Луна является ключевым этапом в космической деятельности США. Американский экипаж начнет работать на орбите Луны на аппарате Lunar Orbital Platform до конца 2024 года. По мнению Пенса, решение бывшего президента США Барака Обамы о закрытии лунной программы было ошибкой. Напомним, ранее руководитель НАСА Джим Брайденстайн заявил, что исследования Луны человеком могут возобновиться уже через 5 лет. Также сообщалось, что глава компании Amazon Джефф Безос планирует колонизировать Луну, создав на ней первое поселение людей. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.